по ведению депутата Шувалова. Уважаемый Алексей Валерьевич, на табло загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по головам, сколько присутствует. Я насчитал 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность Думы.